Здравствуйте, друзья! И в этом видео хочу вам показать модель КРАЗ 214B в масштабе 1 к 43 от производителя «Наш Автопром». Это третья модель КРАЗа из моей коллекции. И в целом качество модели на довольно хорошем уровне. Сначала производитель предлагал данный КРАЗ в двух цветовых окрасках. Это два темно-зеленых защитных цвета, один из них матовый. Но совсем недавно вышла модель в третьем цвете. Это автомобиль в раскраске аварийной службы. Он будет стоить немножко дороже, нежели обычные КРАЗы. И помимо цвета, данный КРАЗ, он не имеет тента. Поэтому, если вы хотите приобрести модель в аварийной раскраске, то советую приобрести ее сейчас, потому что она выпущена ограниченным тиражом. И в целом данный КРАЗ, он унифицирован с другими КРАЗами из данной коллекции. Я купил автомобиль в темно-зеленом матовом цвете, потому что на нем не так заметны переходы в краске между металлическими и пластиковыми поверхностями. И, конечно же, модель, она имеет кое-какие недостатки. На моей модели, к сожалению, между капотом и кабиной имеется довольно большая щель. Она поправима, но для этого вам надо разобрать кабину и высверлить заклепку, которой крепится кабина к самому капоту. Как и предыдущие модели, автомобиль имеет отдельные передние фары. Линза фар изготовлена из прозрачного пластика. Опять же, серебрянкой обозначены габаритные огни, что немножко ухудшает общий вид и восприятие модели. Модель имеет отдельную решетку радиатора, на капоте имеется маскот, отдельный бампер. И на данной модели КРАЗа сами колеса и покрышки, они немножко иной формы. И как вы видите, покрышки, они более узкие, нежели на модели КРАЗ 255B. Следующее отличие заключается в том, что на данной модели имеется два запасных колеса. Модель имеет раскрашенную панель приборов. В принципе, тот же черный неокрашенный салон. При желании вы можете его раскрасить. Имеется имитация топливных канистр. Еще один минус модели в том, что сами брызговики, они изготовлены из пластика. И если перевести их в масштаб 1 к 1, то толщина данного брызговика будет намного больше, нежели на прототипе автомобиля. Сам кузов модели изготовлен из пластика, в то время как кабина, капот и рама автомобиля изготовлены из металла. Модель, как и предыдущие КРАЗы, имеет съемный тент. Он довольно плотно сидит на кузове, хорошо выполнен. Несмотря на то, что тент изготовлен из пластика, но в целом он очень хорошо передает оригинальный прототип. На кузове имеется имитация ребр жесткости, имитация огнетушителя, зеркало заднего вида, имитация дворников. Все это довольно аккуратно выполнено и хорошо смотрится на данной модели. Конечно же, если вы хотите улучшить вид данной модели, то советую вам приобрести киты из фототравления, заменить задние фонари, потому что данные фонари обозначены просто краской и, конечно же, смотрится немножко просто. Если взять советские модели, такие как Урал или ЗИЛ, то даже они имели фонари из прозрачного пластика и отдельной деталью, то, конечно же, производитель «Наш Автопром» немножко смотрится просто на фоне более старых и более простых моделей. Аналогичное предыдущим грузовикам днище. Данная модель имеет два карданных вала. Будьте внимательны при выборе модели, потому что были случаи, когда покупателям доставалась модель с рамой от КРАЗ 260, которая имела немножко другую конфигурацию. И в целом за эти деньги вполне
сносная модель, поэтому кто в свою коллекцию хочет иметь модели КРАЗа, обратите внимание данного производителя, и в дальнейшем у него в ассортименте будут другие КРАЗы, я их тоже обязательно куплю, сделаю видеообзор. Поэтому спасибо за внимание, это был обзор модели КРАЗа, увидимся в следующем видео, всем пока!